европейском уровне уже мы видим производство с довольно серьезными переделами. Есть не только металлообработка и покраска, есть собственный монтаж электронных устройств, есть собственное конструкторское бюро, есть собственные проектировщики. Они работают со многими регионами Российской Федерации. Более того, сегодня они поставляют свою продукцию на экспорт. Поэтому, конечно, у них есть будущее. Конечно, мы, как Министерство промышленности, будем им помогать везде, где это возможно.